А следующие кадры, которые мы покажем, впечатлительным телезрителям лучше не смотреть. В Актау молодой человек зверски избил женщину на пляже. Мадина, так зовут пострадавшую, вместе с ребенком, сестрой и подругой отдыхала на берегу моря. Компания выпивших женщин, что сидела рядом, стала их провоцировать, снимать на видео и смеяться. Разгорелся конфликт. Мадина пыталась снизить градус напряжения, но вместо этого получила удар кулаком по лицу от незнакомца. Я была в шоке. Он сломал мне нос и разорвал кожу, но на этом не остановился и продолжал меня бить. Подруга снимала все на телефон, но ее мобильный он выбросил в море. Еще и другу своему кричал, чтобы обрез принес из машины. А потом, когда мы вызвали полицию, просто сбежал оттуда. Оказывается, ему нет даже 18 лет. Среди пьяных женщин была его мать. Она медик в садике, но даже первую помощь мне не оказала. Окровавленную Мадину забрали в больницу. Она пробыла там неделю. У нее сломан нос, на теле гематома, а на лице порез. У нападавшего в руках в момент ЧП было что-то острое. Его нашли и завели дело за умышленное причинение среднего вреда здоровью. Он приходит на допросы, но задерживать его в полиции пока не стали.